Переходный весенне-летний период до наступления среднесуточной температуры воздуха плюс 10 градусов по Цельсию, позволяющая нам перейти к работе с горячей асфальтной смесью. Балоподор производит ремонт особо опасных аварийных участков дорог. Разогретая смесь до смеси 20% битума и асфальтно-бетонной крошкой. Ремонт ям осуществляется только которые в аварийном состоянии и уже не проходит, не соответствует никаким ГОСТам и нормативам. После наступления потепления, когда температура воздуха будет плюс 10 градусов по Цельсию, мы уже перейдем на полное покрытие и ремонт остальных ям. Эти ямы, которые мы сейчас заделываем, называем это пломбы, они являются временными, это не постоянная. Потом она будет оттуда вытаскиваться и уже будет постоянно